Джи, с победой тебя поздравляем. Расскажи впечатление о матче. Ну, впечатления положительные. Одержали победу, самое главное. Поэтому всех с победой, все огромные молодцы. Думали, что такой матч сложный получится? Ну, я бы не сказал, что он был сложный. Просто сегодня немного реализация подвела. А так полностью контролировали игру и заслуженно победили. Ты видел матч Кипра с Шотландией? Ну, конечно, смотрели и разбирали их моменты, сильные стороны, слабые стороны. Конечно, наблюдал, да. Как тебе поддержка на стадионе? Вот этот жест ваш после матча? Супер, супер поддержка. Спасибо большое Нижнему. Прекрасный стадион, прекрасные болельщики. На протяжении всего времени нас гнали вперед, поэтому они огромные молодцы. Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили их.